Доброе утро всем! Воскресное наше утро начинается с завтрака. Этот товарищ уже залез куда повыше, чтобы видеть, что мы кушаем. Я доедаю тыквенные блинчики, оладушки. Вот, со сметанкой буду. Сахар тут тоже поставила, так, может, возьму. Сделала кофе, чай, и Богдану сделала вот такие вот бутербродики. Он еще не видел, что я ему тут сделала. Сейчас придет, посмотрит. Вот так вот выглядит на сковородке. Сделала. Очень мне понравилось в интернете. Вот так что такие бутерброды. Идешь смотреть? Это он даже не видел, что я ему сделала. Он говорит, я буду завтракать, и все. Готовишься увидеть завтрак? Доброе утро. Доброе утро. А что это? Бутерброды такие. Сейчас будешь пробовать. Все, садимся мы кушать. Мы приехали в гости к Сэму, смотрите. Игрушек, такое ощущение, как будто здесь дети мало. Все, играется. Что здесь происходит? Да ладно, киньте им уже. Смотрите, бабушка родителям подарила вот такую вот картину классную. Мы заказывали, мы помогли бабушке. Здесь есть такие специальные эти иголочки, чтобы отмечать, где они были, путешествовали. Вот, родители хотят на эту стену повесить сюда. Вот, ну классно, смотрится вообще потрясающе. Мы тоже такую себе хотим, но уже в новую квартиру, чтобы понять по интерьеру, какого цвета, потому что их там есть разные, и они большие, маленькие, вот, так что нам надо сначала переехать, чтобы понять, вот, так что... Такой вот подарок, а эти бесятся. Игрушки не убираем вообще, хотим посмотреть, как они себя будут вести. Так, а ну-ка, у меня есть бабайка вот такая, которая, я их ругаю ей. Дурдом. А Джеку играться с любыми игрушками. А вот самый принципиальный этот мячик. Все, тишина. Слава богу. Все? Успокоились? Это зеленый мячик. Ну вот что-то ему понравился, да, зеленый мячик. А Джеку лишь бы что? Сэм. Сэмка? Сэм. Сэм. Ну, проверяет мячик. А Джек... Степ... А Джек этого, Сережу грызет. У нас Степана зовут Степаном Медведя, а у родителей Сережа, потому что он серый. Смотри, ну все равно. О, пошел нюхать его. Так, папа, с тобой все нормально? Жека. Сэм, все. Все, Сэм. Капец. Нельзя играть с папой. Сам тут пытается подкрасться. Да, Сэм такой. Вижу, вижу, пытается. Жак, где мячик? Украл. Мы уже побывать успели дома и опять обратно выехали, и опять уже приехали. В общем, я стала готовить тесто на пельмени, и у меня не хватает муки. А? Хорошо. Мне все равно надо взять этот ключи достану. Вот, так что мы выехали быстро, чтобы приготовила. Я так что сейчас встану доделывать тесто и буду делать пельмешки, рубать. И потом еще котлеты хочу сделать. И что я еще хотела сделать? Я еще думала суп, но суп, наверное, по времени до завтра. А все остальное вот сделаю. Идем к Джекису. Джекис устал. Джекис наигрался с Сэмиком. Вот, так что у них, короче, такая сегодня тусовка была. Теперь друг от друга опять отдыхают. Ай, да, кстати, Богдан переодел куртку зимнюю, потому что та была грязная, и надо было уже постирать. Там Бог, этот, Джек его. А, ну хорошо. Это Джек его чуть-чуть сегодня это сделал пятнышек, там парочку, поэтому... Поэтому вот так. У нас тут происходит огромнейший процесс. Я сделала тесто, оно чуть так отдыхает. Вот на пельмени, смотрите, сколько много.
Вот, и положили фарш, и у родителей взяли такую штуку Кусочку. Специальную, да, чтобы резать чеснок, чеснок лук. Этот, лук, чтобы не руками, да, только что она про это прокручивается, ну громкая такая, но так прикольно. Видно, что она делает мельче, так что будем сейчас экспериментировать, вот, и будем делать... пельмени будем на такой пельменнице делать советской. Вот. Ну что, вот такой вот наш семейный вечер сегодня. Мы стоим, делаем пельмени. Богдан мне помогает скалкой сделать блины такие, потому что у меня все равно сил не столько, сколько у него, а у него это лучше получается. Вот. А я накладываю там, стою фарш. И потом мы перекладываем все вон на досточку и будем морозить. И последнюю партию уже сегодня приготовим. А еще у меня сегодня в планах котлеты. И это все надо успеть до вечера. Джек тут муку поднимает, у нас тут все летает. Просто капец какой-то. Так что будем мы делать дальше. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wanna buy you, 'cause I can stay till the morning. Stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together, and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around. Whenever you're around. I'm sorry for the things I have done, for the things I never did. But I promise, dear, I'll never let you go. Все, мы закончили. Это мега-супер-пупер-подвиг какой-то. Я вся грязная. Я это все буду понесу в стирку. Я еще сделала котлеты. Мылась. Котлетки, ну их немного, правда. Вот, так что сейчас буду жарить. И пельмени. Я посчитала, сколько их. Мы офигели. Знаете, сколько их? 360 штук. Я не знаю, сколько мы будем их есть. Да. Вот. Мы открываем свой бизнес. Ну, бизнес. Одну партию мы сейчас покушаем, поужинаем. Я вот уже воду поставила, уже кипит. Здесь вот на тарелке 80, так ты съешь 30 где-то, да? 35 ты говорила. Я съем штук 20, так все остальное пойдет морозиться. Это уже почти заморозилось. Я достала просто из морозилки показать. Я ставлю это обратно в морозилку. И потом мы по пакетам рассортируем, чтобы так достал пакет нам. Ну, мы где-то по 50 штук будем сортировать, чтобы было удобно. Один пакет достал, быстро все это высыпал и выкинул. Ну, то есть, чтобы не надо было там счетом этим заниматься. Просто будем знать, что там по 50-60 штук где-то в одной пачке. Все, мы дико устали, очень сильно, мы хотим отдыхать, еще надо будет пойти с Жеком, но пока вот варится, варятся пока пельмени. Пока тарелку будем кушать, да? Да, но здесь 80, а нам надо сколько, 70, сколько, 30 плюс 55, 55. То есть все остальное еще пойдет на заморозку. Ну, хорошо. Да, буду раскладывать, пока не растает. Ну что, на законном основании мы садимся кушать. Богдан тут смотрит футбол, правда, не Челси, но все равно мы включили. Вот такая порция Богдана, сметанки,
моя порция. И на заднем плане еще котлетки. Да, я вот этот соевую взяла. И я еще бомбанула котлеты, решила поджарить сегодня, не оставлять на следующий день, я собой горжусь. Так что я все сделала, вот одна партия я уже сложила, и вот все поместила во вторую, так что все, не щипайся. Вот, так что все, я это готовлю, еще не так поздно, на самом деле, без 28, это хорошо. И потом пойдем с тобой гулять, да? Мой мальчик любимый. У нас только пятен на полу, кошмар какой. Надо завтра убираться. Роналдо забил. А, ну хорошо. Все, приятного аппетита нам. Мы только что посмотрели фильм, который вообще совершенно нечаянно нашли. Я лазала в интернете и, короче... Ой, Зай, меня вообще не видно. Включи, пожалуйста. Я лазила в Инстаграме, и высветилась мне картинка, значит, называет. Что? Ничего. Это высветилась картинка, и там было написано сериал, который мы смотрели недавно, «Игра в кальмара». И была написана вторая часть, типа, смотрите скоро, что-то такое. Мы включили с Богданом, думаем, о, классно, посмотрим этот фильм, ну, сериал, если он скоро выйдет. Вот, и когда начали смотреть, потом что-то какая-то муть была, хоть и интересно было, сам трейлер был интересный, вот, но как-то все непонятно было, и, в общем, потом мы залезли в комментарии к этому видео, к этому посту, и там было написано, что это все ерунда, то есть, на самом деле, это монтаж какой-то, но там написали название фильма, который был, как он называется? А вот. «Планета зверей» называется. 18-го года, он тоже китайский, сериал тот «Кальмары», про «Кальмары» этого корейский, а это китайский. И он очень похожий вообще, в принципе, весь смысл, только что это полнометражный фильм, а ну, игра там кальмара, сериал. Конечно, все равно интересно. Этот, понимаете, этот фильм, во-первых, там по первые минут 15 ты просто смотришь, там какая-то муть. И мы, ну, если честно, у меня было такое желание уже вырубить. Ну, просто какая-то фигня там была, там какие-то эти игра компьютерная, что-то мы там не понимали с Богданом. Потом ты начинаешь смотреть, и, конечно, оно, ну, как бы расшевеливается, не знаю. Потом мне фильм понравился. Ну, не знаю, мне тоже понравилось. Мне понравилось, как засняли, какая-то графика. Прикольный, но очень похожий. Так что, кому понравилась «Игра кальмара», можно посмотреть «Планету зверей», в принципе. Да, тем более в конце сделали так, что продолжение. А, и да, кстати, продолжение следует, но этот фильм 2018 года, и до сих пор второй части Богдан не нашел, ну, да? Не вижу, не видел, не поискал в телефоне, но нету ничего. Может, когда-нибудь выйдет. Все, а мы идем отдыхать, в общем, посмотрели мы, и ложимся спать, завтра понедельник, рабочий день, так что увидимся с вами завтра, и всем спокойной ночи.